Вы знаете, ведь очень часто слышишь от людей такую фразу: «Я недостоин». Я недостоин подойти к Богу. А вот на вас смотришь и понимаешь, что да, вас позвали. И как здорово, что мы все здесь сегодня в храме недостойные, слепые, хромые, глухие, косые, болящие, а Господь подпускает к чаше и разрешает причащаться. Ведь можно было отсидеться дома, можно было придумать, как и в той истории, какую-то важную вещь. Кто-то что-то купил, кто-то с кем-то встречается, кто-то просто элементарно отсыпается. А недостойные наполняют храм и подходят к чаше и соединяются со Христом. Мне хочется порадоваться за это событие. Мне хочется пожелать, чтобы мы и дальше в этом же ключе подходили к Богу. Потому что на самом деле, если когда-то тебе придет мысль, что ты достоин подойти к Богу, то лучше беги подальше, чтобы его не прогневать. Потому что чтение трех канонов и трех дней поста – это не то, что не делает меня недостойным, а лишь вскрывает мою гниль и показывает, насколько я еще больше недостоин, чем я думал, а теперь увидел. И если я не подхожу к чаше, то получается такой момент: стало быть, я сам своими силами могу стать достойным и потом к чаше подойти. Но Бог пришел как врач не для здоровых, а для больных. Если ты сам себя вылечил, то тебе Бог как таковой уже не нужен. Поэтому чем больше ты недостоин, тем быстрее спеши к Богу в объятия, потому что твоих сил уже нет. И без Него в твоей жизни ничего не изменится. Будут какие-то слабые потуги, но не изменится ничего. Почему? Потому что если бы было возможно, Христу не надо было бы приходить в этот мир. Тогда были бы пророки, как в Ветхом Завете. Посылались какие-то откровения избранным, они бы рассказывали другим, печатали бы книги, и все бы встало на свои места, но это по определению человеческой ущербности и погрешимости невозможно. Первородный грех никак не дает нам возможности самого себя излечить. Не получается. И если бы это бы получалось, то зачем тогда вольные страдания? Зачем тогда вся эта сложная схема распятия, принятие на себя унижения, крест, смерть, воскрешение? Если бы было все возможно вот так вот просто самому стать достойным, тогда не нужно было бы того, что произошло 2000 лет назад.